использовать плетение. И как его можно использовать? Вот обычная шкатулка. Вот здесь у нас на крышке декупаж. А потом оплетено это все шнурами. Здесь как раз тоже вот эти вот шнуры, которые вот мы на плоскости плетем. Вот такое вот металлическое ведерко было. Вот. Я его просто оплела. Мне показалось это скучно. То есть он был выкрашен серой краской. И потом белой краской выделен объем. И когда я его сделала, мне показалось, что это так скучно, прям совсем безобразие. Значит, что я сделала потом? Я взяла кисточку и аккуратненько белой краской выкрасила, ну, не доходя немножко краев, белой краски добавила сюда. Вырвала фрагменты из салфеток и вклеила сюда салфетки. Вот у вас плетение с декупажем. То есть можно было сначала сделать декупаж, можно было сначала, да. Да, ну вот у меня вот так получилось. А вот эта работа была сделана сразу. То есть здесь сразу на крышку была приклеена карта декупажная. Она была залачена на 2-3 слоя. После этого я положила плетеный декор, то есть вот эти косы сплела, покрасила. Здесь уже был лак, поэтому я красила аккуратно, даже если попадала, но быстренько с лака все это стирала. Вот. Вот, пожалуйста, с декупажем. Значит, что можно еще делать на бутылках? На бутылках очень красиво смотрятся какие-то пластиковые элементы. Вот как, например, на этой бутылке. Чем дополнять можно? Можно дополнять, мы очень много делали бутылок скамеями. Вот различные пластиковые элементы, которые вы можете... Вот даже, вот бутылка, да? Вот. Ну, чего-то не хватает, да. Можно, ну, большой... Можно положить сюда вот такой вот пластиковый элемент. Значит, можно его сразу приклеить к бутылке, выкрасить все единым цветом, и потом при выделении еще пройтись вот по пластиковому элементу. Это тоже очень красиво. Либо вот сюда вставляется медальончик, даже можно металлический потом вклеить, либо вот какой-то элемент пластиковый, опять же. Мы камеи использовали очень много, значит, вклеивали камею, оплетали ее шнуром, потом все красили и тонировали. Очень красиво работает. То есть любые металлические элементы, пластиковые элементы вы можете сюда дополнять. То есть как дополнение. Можно делать с декупажем. Какую-то картинку вклеивать. Либо вот как на шкатулке было сделано сначала декупаж, потом плетение. Так, что еще можно сделать? Вот смотрите, вот еще одна работа. Вот, вот такая вот новогодняя у меня была шкатулочка, шарик-шкатулочка. Ну, здесь это все нарисовано, это я расписывала. А вот низ вот этой вот шкатулочки тоже плетение в виде корзиночки сделано. То есть замечательное совмещение декупажа, да, и вот такой, ну, техники, пожалуйста, декора, как, да, плетение. Ну, здесь я расписывала, здесь вы можете декупаж сделать и вот плетение. У меня еще было очень красивое яблоко. Такая же вот шкатулка яблока, то есть верхняя часть была расписана в виде яблока, а нижняя часть была сделана вот в виде плетения корзиночки. Корзиночки. Я вот, например, на сундуках плетеные косы вставляла. Я брала черный шнур, чтобы мне не красить, сразу плела вот из черного, а потом на сундуки прибивала вот эти вот как бы кожаные оплетки. Очень красиво смотрится на брошированных сундуках, вообще на каких-то брошированных работах. Вон, видите, вот смотрите. То есть на брошировке тоже это очень здорово смотрится, плетение.